Всем привет, с вами я, Артём Крошев. Сегодня мы будем играть в Геон 3D. А не просто играть, а проходить уровень. Да, Артём, что еще можно делать в Геон 3D? И экстер. Но будем проходить на практике. Так, тут у нас ловушка. А что это хорошо? Вот степ, я с него мало заходил. Там, кто там, Сарик. Блин, посмотри, какой у меня прикольный новый парик. Я его не помню, где его купил. В магазине, да, точно, я его в магазине купил однажды. Такой, основной, надо поменять скин на шарик. И он мне прям очень сильно понравился. Он мне прям очень сильно скопил. Давай. Ну так, ну это все. О, нет, только не кораблик. Это, кстати, я уже кинцей. Уже неплохо. Когда я пройду все уровни, так и все. Буду заходить уровни с нормами. Давай. Оп. Блин, это монетка. Как я эту монетку собрать? Давай. Блин, куда ты влетаешь? Ой. Блин, ненавижу кораблик, вот так. Тише, я так молчу. Ура, я смог это пройти. А чё я так хорошо всё прохожу? Я как будто, блин, экстеп наизу знал. Скажу честно, я не знаю. Но я так хорошо всё прохожу. Ох, я уже подумал, что тут спам. Так, а вот тут? Тут будет сложновато. Обожаю ВДшку. Обожаю ВДшку. Ну, пока что я для него самый сложный уровень. Я ханя с этим. Сложный уровень. Я там попробую. Да блин, я не вижу кораблика. Хотя я не вижу кораблика. Просто я бы не удалил бы эту часть. Добивайся. А тут возможно, кстати. Хочу тут пройти и все перевернуть в корабль. Прикольно же будет бегать, ладно. Надо обычный корабль сохранять. Будет сохранять. Класс, вот я хочу нормальный кораблик. Это что так сложно? Я пойду. Блин, а что я типа не ставлю? Дурачок я, типа не ставлю. Давай, верните мне всё. Всё, на круги свое. Ой, я за правду, я моя! Я
а что это Рил так вылезло? И тут он сразу... Нет, только не перезвонил на этой корабле. Я поеду, я не тебе пошел на такую фигню. Ты куда ты? Смотрите, куда ты зашел? А можно? Давайте, я не хочу. Ой, это возможно, кстати. Оп-оп. Нет, тут... Да блин, держите меня обратно! Я просто весь год уходил в Серого Мэдзе! Видите, я все времена, где спокойно проходил Серого Мэдзе! Видите меня в те времена, где я спокойно проходил Серого Мэдзе! Видите меня в те времена, где я спокойно проходил Серого Мэдзе! Видите меня в те времена, где я спокойно проходил Серого Мэдзе! Видите меня туда! Вот, это очень насыщенный ролик, прям очень насыщенный. Я буду сегодня говорить, не напрягну, что делать. Не запут... Ну, наверное, моя гнилая задница, я не везде. А еще на тайне, пожалуйста. Что? Мангуст? Что? А я что? Мангуст? Мангуст, там куку? Сухарик, что ли? Сухарик не видит. Так, а как там, Да блин, мам. Давай, ты что за мальчик? Нет, Тём, ты будешь это снимать, потому что тебе хочется это снимать. Подписывайся, и они тебе... Нет, тебе призывать посмотреть. Ты А хотя мне это нормально, что я каждый день не нормально буду. И что, наверное, может еще на минуту. На минуту, пока я буду на этом тебе на канале проходить. Я не знаю, какой я сделаю облог. Тобой, где я показываю факты? Это корабли получше этого. Ой, дурья, что вы тут помогите мне, пожалуйста. Я не знаю, Я не знаю, пройди кораблик, как у тебя, вот пока спасти уже 10 минут. Давай. Куда я убрал? Ой, 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 ой,
не помоги, ты уже не помогай. Скажи честно, вы хотите, поле имени было Лёха, сам сложил. Это было гораздо легче. Всем пока, это был Артур Кушев.